В Заволжском районе Твери начала работу первая в городе муниципальная площадка для выгула собак. Появление в микрорайоне Соминка такого собачьего дворика стало возможным благодаря инициативе самих граждан и поддержке депутатов муниципальной думы. Теперь питомцы могут нагуляться, наиграться вдоволь, не мешая окружающим. Подробнее обо всех особенностях нового объекта благоустройства рассказывает наш корреспондент. И собаки довольны, и граждане спокойны. Теперь городские питомцы могут наиграться и набегаться вдоволь с любимой игрушкой, не пугая при этом прохожих и не мешая им. В то же время и сами питомцы находятся в безопасности и не рискуют попасть под машину. Для этого оборудовано специальное место. Первое в Твери – муниципальная площадка для выгула собак. Примерно 6 соток огорожены железным забором. Вечером территорию освещают фонари на солнечные батареи. Эта площадка дала нам возможность здесь чувствовать себя свободно. Это прежде всего, потому что ни мы не мешаем местным жителям, тем, у кого нет животных, ни, соответственно, они нам тоже не мешают. Потому что раньше мы гуляли преимущественно вот здесь вот на канале. Постоянно приходилось брать собаку на поводок. В одно время в одном месте могут собраться особи самых разных пород и размеров. Не только поиграть и побегать, но и пообщаться по-своему, по-собачьи. Для животных это важно. Площадка замечательная. Мы в первый раз на этой площадке. Очень приятно видеть там не только маленьких собачек, но и больших собак. Им здесь очень весело, играется очень хорошо. Конкуренции за игрушки не будет. Их здесь целый ящик. Кроме того, установлены миски для питья, заготовлены емкости с водой. Чистоте на площадке особое внимание. И здесь все продумано, рассказывает депутат и зоозащитник Дмитрий Нечаев. Идеальная чистота. Вот любой может подойти, если нужно убрать за животным. У нас есть такой вот ящичек. Здесь есть пакеты, вот достаются пакеты, и за животным все убирается, мусор складируется, потом выносится. Впрочем, эти блага не появились бы здесь без участия самих собаководов. Ведь еще год назад на этом месте был пустырь. Нашлась такая группа людей, очень инициативные, очень дружные, очень заинтересованные в том, чтобы создать такой объект. И вот депутатам оставалось только поддержать. Я всегда выступал за комфортное и ответственное владение животными в нашем городе. А для этого нужно, конечно, помогать гражданам создавать условия. Потому что, с одной стороны, мы требуем от граждан, чтобы они гуляли в установленных местах, убирали продукты жизнедеятельности за собаками, да? А с другой стороны, ну, мы должны создавать эти условия. Обошлось создание условий примерно в 500 тысяч рублей. Они были выделены из депутатского фонда. Но надо отметить, что инициатива граждан здесь не ограничивается одним возведением объекта. Не осталось без внимания и прилегающая территория. Своими силами активисты разбили клумбы, высадили каштаны и даже изготовили металлическую инсталляцию – символ площадки. Подобные площадки – мировая практика. И, кстати, они уже функционируют в некоторых регионах. Теперь одна появилась в Твери. Сейчас рассматривается вопрос, чтобы оборудовать подобные объекты в Московском и Центральном районах.